Привет-привет, друзья! Я давно не снимала ролики, потому что настолько насыщенный был месяц. И сегодня традиционный обзор по текущему каталогу, мой заказ. И этот каталог называется «Следуй за сердцем навстречу целому миру». Я безумно люблю путешествовать и благодарю компанию Reflame за то, что я посетила еще одну страну мира, это Сидней. До слез. Если бы мне лет 10-15 назад сказали, что я буду там, на другом континенте, на другой части мира, я бы наверняка не поверила. Это была реально моя мечта. И я просто свечусь от счастья. Настолько мне было классно, здорово. 1000 человек-лидеров с 44 стран. Это было потрясающая неделя. И заходите в Инстаграм, смотрите сторис, смотрите, как это было. Открываю традиционный каталог, и первое, что мы видим, обложка, это два парных аромата. Эти два аромата называются Burn to Fly. В прошлом каталоге я рассказывала об этих ароматах подробнее, о женском аромате. Вот так упакованы они. Я специально не открываю мужскую упаковочку. Смотрите, здесь даже еще написано, что Сидней 2019. Нам подарили два аромата. Ну, а этим ароматом я пользуюсь в течение некоторого времени. Это интересный аромат. Подробно сейчас я вам расскажу, что в нем входит. Восточно-фруктово-ванильный аромат. Этот аромат универсальный, он очень интересный, женственный. И открывается он нотой мексиканской агавы. Изысканная груша Неши из Японии и чувственная французская магнолия. И микс нот завершается теплым аккордом сандала. Вот такое интересное звучание, такая интересная композиция, которая подойдет, мне кажется, универсальный аромат. Если вы любите путешествовать, если вы любите дарить какие-то интересные парные, что-то такие общие подарки, то, мне кажется, это очень хороший вариант подарка. Когда идут парные ароматы, они дополняются какими-то общими нотками, и между вами рождается третий аромат. Следуй за сердцем навстречу целому миру. Новые парные ароматы Born to Fly от Reflame. Следующая страница, и мне кажется, в каждом заказе есть такой набор. Скраб-гель для души с клубничкой очень-очень вкусный. Знаете, насколько популярен у нас гель для интимной гигиены. Глиняная масочка с розой и мыло. И вот эти все четыре продукта стоят 399 рублей по акции. Стоит 1085, а вам всего 399 рублей, ну, минус 20% скидка консультанта. Помнила как-то случай, давным-давно кто-то рассказывал из лидеров, что в офисе вот пришел мужчина, он просто скупал коробками гель для интима, спрашивали, что вы делаете с ним, куда вы его деваете. На что он сказал: знаете, мы моем коровам вымя. Потому что это антибактериальное средство, это pH, и говорит, сколько бы мы ни пробовали, то есть они начали расписывать, да, что это очень нежная зона и так далее, да, и что вот гель для интима подходит. Кроме того, мне кажется, практически у всех топ-лидеров этот гель для интима стоит вместо очищающего средства Фэри на кухне. И даже вот сейчас были в Австралии, кто-то обсуждал, да, говорит, гель для интима, о, новое Фэри пришло. То есть мы настолько как бы доверяем больше компании, а не каких-то, ну, то есть практически все топ-лидеры были на фабрике, они знают, из чего произведено это средство, какое это средство, и вот, не знаю, там уже десятилетиями это бестселлер компании Reflame. Если вы слышали подобную историю, прошу, напишите в комментариях, давайте вместе посмеемся, как еще используют, потому что этот гель используют как и для умывания, и для мытья волос, и как только не используют. Ну, в общем, если вы о нем еще не слышали, что ж, рекомендую вам обязательно попробовать.
аромат с розочками. Не знаю, как у вас, но у нас выливается пена для ванн. Очень любим принимать ванну. И я заказала. И подумала, почему бы еще не взять вот такую вот мочалочку розовенькую. У нас как-то они все летят в трам-тарарым. Обновляем мочалочки. Не хотим старых, хотим в Новый год, чтобы было все новенькое, свеженькое. Этот каталог нас радует обилием помад. И почему-то давным-давно у меня была вот такая помада блеск, и посмотрела на вот это сияние, и то, что реально по многих брендах, когда ты заходишь там Duty Free, в какие-то магазины, сейчас выставляют новинки искрящейся помады. То есть такой бум матовых помад, он как-то уже сходит, и вот искрящиеся яркие оттенки, они реально в пике. Мало того, что не знаю, что произошло, вот в Сиднее практически все у меня спрашивали, какая у меня была помада, что я делала. Я на обычную матовую помаду накладывала прям блестки, я их прям вот настолько много накладывала, что у меня губы были как бриллианты. И я очень захотела сейчас помаду именно искрящуюся. Тем более сейчас будет весна, солнышко будет падать, помада будет переливаться. Ну, в общем, у меня такое вот блестящее настроение. И я взяла себе еще вот такой вот блеск. Давайте вместе с вами посмотрим. Конечно же, здесь нарисована красота нереальная, но... Как мы понимаем, такая красота может быть только при освещении, при ярком солнце. А, кстати, вот у меня сейчас на губах блеск уход Giordani. Многие мне пишут, что после моих обзоров кто-то взял новиночку, рад безумно, что тоже понравилось. Ну, а я также вижу у кого-то какие-то продукты, я смотрю и потом также покупаю. Ну, вот такой круговорот идет. У многих лидеров видела вот такие бальзамчики, в том числе и в Сиднее, и вспомнила, что у меня не было такого бальзама. И вот если вы видите на моих губах сейчас, это... Такой натуральный, естественный бальзамчик, он мягкий, комфортный, и не всегда, когда вы находитесь дома, работаете дома, хочется какую-то действительно там помаду наносить, ну это некомфортно. А чтобы губки у вас были ухоженными, мягкими, да, это как раз-таки тот вариант, и плюс здесь SPF 12. Пока только второй день я его наношу, но... По ощущениям, мне нравится комфортно. Я себе взяла оттенок розовый иней. Видите, он переливается насколько. То есть, ну, мелкие-меленькие такие блесточки. Давайте ближе покажу результат. Но таких блесток, как в каталоге, нет. То есть, здесь нету такого волшебства. Я знаю, что девчонки очень хорошо покупали такое. Особенно молодежь, когда вот действительно используют не помады, а именно блески для губ. И новиночка, губная помада с эффектом сияния Power Shine HD. Также я себе взяла все оттенки этой помады для того, чтобы посмотреть, поэкспериментировать. Да, я такая маньячка, я люблю, чтобы у меня было много помад, разных помад. Мне скучно ходить с одним и тем же оттенком, и в то же время я такая же, как и все, которая большую часть времени красит либо одной помадой, одними и теми же тенями, носит одни и те же, там, например, любимые какие-то футболки, вещи. Это... Принцип Парето 20 на 80, но мне хочется постоянно что-то новенького, экспериментов, поэтому я всегда беру пробнички, и если мне будет не лень, я, наверное, запущу марафон, как уже мы запускали команды, 7 дней, 7 помад. Также попробую здесь 8 помад каждый день показывать вам в Инстаграме новый оттенок помады. Это обновленный перезапуск любимейшей помады, которая у нас уже была. И давайте посмотрим. Ну, достаточно красивая, блестящая помада. И она хорошо сочетается с этим макияжем. Розовые оттенки, розовый макияж сейчас это тренд. Называется розовое шампанское. Не так, конечно, заметно при дневном освещении. Интереснее всего смотреть, когда падает солнышко, когда вот эти блики преломляются. И также при искусственном освещении. В целом мне нравится, она мягкая. Мне кажется, тот же самый аромат, который был, если вы знаете такую помаду, когда-то, я не помню, сколько лет, она была настолько прогремевшей, настолько популярной, продаваемой, и сейчас, да-да, тренд возвращается. Ну, а если вы любитель матовых помад и муссов, то мне безумно нравится вот такая помада мусс Giordani, светлый оттенок, честно,
взяла себе вот такой вот розовый, но она мне вообще не понравилась. И такое ощущение, что это совершенно разные партии, совершенно по-разному ложится, то ли оттенок, не знаю. Но вот этот у меня уже второй. Это космос. Это что-то невероятное. Я его использую всегда. Я сейчас даже посмотрела оттенок, а не измазали он у меня в другой помаде, потому что на любую помаду я всегда наношу в центр вот этот вот оттенок, я осветляю, но для меня вот это, например, помада прошлого года, которую я чаще всего красила. Также, в принципе, интересная помада тоже мусс, немножко таких вот бежевых оттеночков. Но мне немного некомфортно нанесение этой, хуже. То есть мне по качеству нравится вот эта помада. Но очень нравится тон. Вот этот, когда я хочу такой карамельный, глубокий, темный, темноватый оттенок. Когда мне хочется более натуральный кремовый, коричневый, кремово-коричневый оттенок, я использую эту помаду. И вы знаете, почему-то в Oriflame очень мало нюдовых таких вот помад, да, и когда выпущен был вот такой оттенок, я была безумно рада. Новинку, которую мне прислали в прошлом каталоге, но она запускается только сейчас, это крем AZ 10 в 1. Я о нем рассказывала в прошлом обзоре. Давайте повторю. Мультифункциональный крем-тон для лица The One AZ Hydra SPF 30. Продукты мультифункциональные, они, как правило, делают тончайшее покрытие. Заявлено 10 свойств. Первое – увлажнение. Что да, здесь все-таки эффект увлажнения есть. Ровный сияющий тон, подсветка есть. Легкое покрытие – да, не перегружена кожа. Защита от загрязненного воздуха, дается пленка. Это ваша защита. Поры незаметнее, да, и знаете, такой легкий эффект фотошопа, разглаживание, подготовка кожи к нанесению хайлайтера и контурирующих средств, ну это да, без масел, устойчивость к поту, не комедогенен, то есть не забивает поры, и SPF 30, это очень круто. В целом, мне нравится, как выглядит тон, он осветляет кожу, сравнился с моей шеей, кожа выглядит хорошо. Крем AZ, оцениваю, как здесь, 10 функций, я оцениваю его на 10, очень хороший. Я думаю, что в рекламе не нуждается. Вы заметили, это 3 недели использования этой новинки. У меня почему-то рука тянется именно к ней. Это настолько легкая текстура, в то же время она немножко тушует. Вот, не знаю, мне кажется, на каждый день, на дневное нанесение это самое то. Она безумно комфортная, она супер подходит для комбинированной жирной кожи. И кожа такая нежненькая, такая ухожая, свежая, она не перегружена, в ней не видно, что вы в тональной основе. И в то же время она создает ровный тон. Ну, я считаю, что это бомба, я думаю, что она будет продаваться очень круто, вот эта новинка. Очень-очень-очень-очень-очень понравилось. Здесь 4 оттенка, не ошибетесь, мой оттенок вот этот вот. Следующий продукт со скидкой 319 рублей в каталоге, закрепляющий спрей. Очень-очень люблю эту штуку. И вот, может быть, слышно, что он вот реально у меня уже заканчивается. Я его использую как для закрепления, так и для того, чтобы сделать подводку. Неоднократно показывала. Это средство, фиксирующий спрей для макияжа, стал моей находкой. Это как база под любое тональное средство. Вы наносите этот спрей и потом уже наносите ваш тональный крем, потому что спонж лучше распределит тональное средство, делает любое тональное средство более устойчиво. Постепенное наслаивание, то есть после тонального средства вы еще раз проходитесь спреем. Четвертый вариант – это как сухое и влажное нанесение теней. Посмотрите, как отличается сухое и влажное нанесение. Вы хотите сделать стрелочки. Наносите, увлажняете. Убираете их. Видите, какая получается подводочка. Вместе с пудрой смачиваете. Набираете на зону, где вам нужно особое припудривание. Распространенное, когда вы быстро сделали какой-то макияж и зафиксировали.
Что я делаю? Я прям на крышечку брызгаю вот так вот спрей. У меня даже сейчас влажная упаковка. И потом щеточку смачиваю и набираю гелевую подводку Giordani, наношу. Очень классно. То есть это средство у меня настолько классное, универсальное. Люблю, всем рекомендую. Очень крутой продукт. Следующая новинка, которую я поместила в отдельный футляр, хотя вы можете вставить, например, вот в такую палетку, я не стала трогать, сделала специально, чтобы у меня были отдельно оттенки румяшек, это вот такая фиксирующая пудра. Фиолетовый нейтрализует желтизну кожи, оранжевый смягчает синеву, уменьшает видимость темных кругов, желтый скрывает синяки и несовершенства пурпурных оттенков, зеленый нейтрализует красоту кожи. Закрепляете макияж. Ну, сказать, чтобы я увидела какой-то там вау-эффект, нет. Я ничего не заметила. Мне кажется, как, не знаю, может быть, обычная, необычная пудра. Да, чуть-чуть она матовая. По эффекту это что-то примерно как метеориты. Вот такие вот Giordani у нас есть. Как Guerlain. То есть, когда вы наносите то же самое, в принципе, ничего особо не видно, да, то есть, как-то это матирует, как-то это работает, поэтому что-то прям сверхъестественное я в этом не увидела. Опять же таки, это настолько тончайшие слои, ну, вот это примерно так, но когда вы наносите, это вообще ничего не видно, то есть, оно тушуется в ноль. И за 139 рублей сейчас идут спонжики для макияжа. Вот так вот они выглядят. Я их специально взяла для того, чтобы наносить корректор и под глазами растушевывать. Потому что корректор под глаза я наношу всегда после теней. Потому что тени сыпятся, я убираю и потом уже делаю корректором. Ностальгия. В общем, я взяла себе сразу здесь 4 спонжика. Очень удобно. Раз мы проговорили про аксессуары и возврат, скажем так, ностальгии, это вот такие вот лопаточки, которые у меня были, и они, не знаю, они разлетелись у меня по всем каким-то ящикам, и я знаю, как правильно наносить ночной дневной крем, но я этого сейчас в последнее время не делаю, то есть я в последнее время делаю, как и многие, это пальцем беру крем и наношу. Но, как понимаете, на пальце есть микробы, и чтобы не наносить микробы, вы используете вот такую вот лопаточку и непосредственно носите на лицо. Это как правильно. Окей, да, долистала страничку, вы видите, вот она, помада, запуск, и вы можете заказать себе пробники. Вот смотрите, пробник стоит 15 рублей, то есть умножьте 8 помад на 15 рублей, вот это копейки реально, это дальше, это где-то 100 с копейками, и вы попробуете все оттенки, вы будете смотреть, играть с разными образами и наконец-таки подберете правильную помаду. Что до скидки на карандаш для бровей Giordani Gold. Я уже не знаю, сколько у меня было карандашей для бровей Giordani, я пользуюсь всегда двумя оттенками, сначала базовый протушевываю один оттенок, и потом темным волоски подрисовываю. И у меня всегда должны в запасе быть два карандаша светлого и темного оттенка, потому что было так, что я теряла оттенок, не помню какой, у меня реально началась истерика, потому что вот для меня выйти без бровей, я могу выйти без помады, но не накрашенные брови выйти, потому что у меня их реально нет, бровей. Они были перещипанные, тонкие, но это что-то ужасное. Поэтому макияж глаз, макияж у меня начинается именно с бровей. Я очень-очень люблю, безумно люблю, что мне не нравится в этом. Это что здесь всего два оттенка. Если меня смотрит компания Oriflame, ну, пожалуйста, сделайте третий промежуточный, что-то такое в коричневом оттенке. У нас есть серия The One карандаши. У нас есть серия The One карандаши, и мне там нравится, очень нравится оттенок карандаша для бровей, но мне не нравится сам карандаш, что он толстый, что его неудобно точить, что там бесполезный какой-то хайлайтер. Вот это качество, структура, щеточка. Мне нравится очень. Хочу еще промежуточный оттенок. Надеюсь, меня компания услышит. И обратите внимание, компания Doros продает вот эти вот тени. И мне кажется, это самые крутые тени в Oriflame.
Ну вот просто самые крутые. Мне безумно они нравятся, как упаковка, куда бы я ни ехала. Я всегда ее беру, удобное зеркальце, делать макияж, подправить макияж. Вот эти два, вот эти вот оттенки, они просто космические, они подходят практически, ну не знаю, они всем. И вот это вот самая удачная гамма, самая удачная. Круче теней в Oriflame еще не было. Я их безумно-безумно люблю. И вот каждый раз смотрю, еще заказать новую упаковку. И одновременно я посматриваю, какие же новые оттенки, когда запустит компания Oriflame. И будут ли они такие удачные, я не знаю. И в последнее время, видите, у меня розовая гамма, но я ударилась в тени Huda Beauty. У меня их три палетки сейчас. Это вот сделан макияж вот этой палеткой. И по чесноку, опять же таки, я добавляла в уголок вот такой вот оттенок, мне потому что нравится, как он подходит к моим глазам, но вот не каждый может выложить 15 тысяч за три палетки, да, ну вот в тени, ну я просто тени-маньяк, чтобы вы понимали, и если взять по качеству, вот самые крутейшие, и вот по уровню, вот как у Huda, например, это вот эта палетка, все остальное в Oriflame тени мне не очень нравится, а когда особенно пробуешь премиальный сегмент теней, вот, ну, опять же таки, надеюсь, что скоро что-то интересненькое выйдет. А, вот, смотрите, вот они лопаточки, они стоят 25 рублей, 47-18 в наборе 5 штук. Новиночка, которая будет в следующем каталоге, это компания Oriflame запускает новую серию. Она называется Экологен Oracle Power. Это вроде бы как бы серия Экологен нам знакомая, но это принципиально новая, другая серия, которая улучшенная формула, принципиально другая формула. Честно говоря, я эту серию не пробовала, я хочу посмотреть, протестировать и сказать свой честный отзыв, но то, что нам рассказали на конференции, это реально будет космический бомбовский эффект. Самый легкий способ посмотреть, как работает продукт, это нанести его на кожу рук. Нанести и посмотреть, как он будет работать. Кожа на рук сухая, впитывается как губка. И знаете, самая фишка то, что компания заявляет, что если раньше серия была и доказан эффект через 12 недель, то есть почему? Потому что клеточка зарождается, двигаясь к поверхности, обновляется, умирает, и цикл клетки это примерно, особенно женщин в возрасте, это около 40 дней. То есть и вот эта клеточка питается, вот такая свеженькая, вау, и эффект. Но это же эффект сыворотка дает мгновенный за счет того, что здесь, и причем эффект дается через 20 минут, представляете? А эта серия, где эффект видимый, улучшение разглаживания морщин на 49% через 20 минут. На руках я вижу эффект. Я вижу эффект тем, что камера это не передаст. Кожа начинает реально разглаживаться. Очень круто. Вот здесь вот прям морщинки тянутся, но вы не увидите. Что же здесь принципиально нового и уникального в этой серии? Это низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Да, вы сейчас видели, слышали, что гиалуронку суют куда только угодно, потому что одна капсула, 1 грамм гиалуронки способна привязать себе 6 килограммов воды. Есть обычная гиалуронка, а есть низкомолекулярная. Это означает, что она проникает вот прям в самые глубочайшие слои кожи. И она наполняет, она увлажняет. Почему именно сыворотка? Вот часто меня спрашивают, ой, дайте там супер какой-то крем. Нет, ребята, сыворотка работает гораздо эффективнее, чем любой крем. Она содержит больше питательных компонентов, и она проникает гораздо глубже. Еще сыворотку называют транспортным средством, когда она потом берет любой крем, который идет дальше, и с собой протаскивает глубоко в слои кожи. Она, знаете, как маршруточка. И вот как раз-таки туда максимальное количество компонентов туда и закладывают. И доказано, что если вы будете использовать сыворотку вместе с вашим кремом, что эффективность увеличивается в 2-3 раза. В нашем организме, ну, в среднем женщина 70 килограммов, всего лишь 15 миллилитров гиалуронки, и 1/3 из нее синтезируется и разрушается каждый день. Стимулирует заживление кожи, ран, практически без рубцов, то есть самовосстановление вашей кожи. То есть гиалуронкой происходит заполнение морщин, и ваша кожа становится более
ровной, упругой. Кроме того, здесь стволовые клетки растений, они стимулируют выработку фибробластов, которые находятся в глубоких слоях кожи. Новые клетки производят белки. Это является строительным инструментом для построения новых клеточек коллагена и эластина. Здесь запатентованы 3-пептид-технологии, запатентованы стволовые клетки растений эдельвейса. Очень-очень крутой состав. Еще одна крутая фишка – то, что здесь содержится морской пребиотик, извлеченный из морских микроорганизмов, обитающий на севере Франции, где пресная вода встречается с морской. Сейчас самое крутое направление идет изучение микробиома кожи, воздействие пребиотиков на кожу. То есть это такой вот бум идет исследование. То есть это вот то ноу-хау, которое сейчас в ближайшие там, 5-10 лет выстрелит. А в компании Oriflame это уже есть. Уже есть пребиотики. Что это такое? Это, проще говоря, у нас на нашем лице проживает очень много микроорганизмов. Им нужен корм. И вот этот вот корм для микроорганизмов, организмов, это и есть пребиотики натуральные, то есть они кушают, им комфортно, они выделяют свою гиалуронку, там какие-то полезные витаминки, что-то, и наша кожа расцветает. В общем, будем пробовать эту серию, будем тестировать, я посмотрю, как она работает, и расскажу вам, как она работает. И мои рекомендации, когда вы приобретете такую серию, либо пробники, обязательно нанесите на руки и сравните ощущения, какая у вас кожа в рук будет через 20 минут, на одной стороне, шершавая на другой, и как будут визуально разглаживаться морщинки. Хочу начать пользоваться этой серией и посмотреть, как она будет работать. А я листаю дальше каталог, и мы доходим до серии Wellness. Продолжу обычно заученные фразы, что в каждом каталоге у меня есть витамины, комплексные витамины для меня, для ребенка, для мужа. И также я сейчас в каждый каталог заказываю минимум одну пачку батончиков. Вот, в этот раз не заказала коктейль, меня не было. А Wellness реально работает. И вот сейчас, прилетев с Австралии, вот каждый год, получается, когда я летаю с каких-то континентов, я цепляю какой-то вирус. Но представляете, вот в одном замкнутом пространстве 15 часов мы летели с Сиднея до Дубаев. И у нас на соседнем ряду была пара, которая вот просто чихала, кашляла, кашляла, чихала, там все просто у них разлеталось, это просто, не знаю, что-то, мне было, конечно, страшно, вот, что это такое, я какую заразу с собой привезу, потом еще мой перелет был с Дубаев, потом еще Краснодар, и, конечно, это бьет по иммунитету, я выпила двойную дозу, и на утро, да, я проснулась, у меня была температура 37,2. У моего ребенка, мало того, что у нас в школе ходит страшнейший какой-то вирус, просто закрывают классы, ребенок утром просыпается с температурой 39,2. У меня, конечно, шок. Мы вызвали сразу врача на дом, да, и у меня были переживания, мало ли я там какую-то вот эту фигню, заразу с Австралии, какой-то вирус притащила, поэтому мне было важно. Первое, что мне сказал врач, это антибиотики выписал. Я говорю, вы знаете, говорю, мы в своей жизни, я не помню, чтобы вообще у меня ребенок когда-либо принимал антибиотики. Я говорю, почему вы сразу назначаете? Да, есть комплекс. И вот она мне что-то выписала, какую-то кучу рецептов, но на самом деле у нас было свое простое лечение. Это там Нурофен, когда очень-очень высокая температура. Буквально на следующий день у нас сразу температура спала. У меня температура, если какой-то вирус, даже самый-самый сильнейший вирус держится один день 37,2, на вечер спадает. И вот мне нравится то, что когда ты с комплексом с Oriflame, ты, да, так же, как и нормально другие люди, да, ты цепляешь этот вирус, но выздоровление происходит совершенно по-другому. Ты не лежишь там неделю с температурой. Да, есть. Да, организм борется. Да, вот это вот есть. Но ты, блин, не болеешь. И вот это самое главное. Поэтому, если вы знаете, ощутили на себе силу wellness, силу иммунитета, пожалуйста, прошу, напишите ваши сотни сообщений в комментариях. Пусть другие прочитают. Даже не для себя, а благодарность тому, что Sixten создал этот продукт, что он реально работает. Очень-очень вас прошу, если вы пробовали этот продукт, если у вас усилился иммунитет, для других напишите, пожалуйста, отзыв. Потому что я не стала рекламировать сейчас wellness, рассказывать, потому что иначе бы это видео затянулось бы на много-много минут. Наверное, надо сесть как-то и отдельно записать, рассказать об этих продуктах, бомбических продуктах. Но одно скажу, что в каждом каталоге, в каждом моем заказе, отлистайте 1, 2, 3, 5 моих лет видеороликов, вы всегда увидите эти продукты. Мне очень важно здоровье
мое и моих близких. Дальше, листая каталог, я вижу, шампунь готова себе, заказал двойной объем со скидкой 319 рублей. Но вот не знаю, как другие шампуни, почему-то мне другие шампуни не зашли. Вот какой-то вот дискомфорт, не смыло волосы, не знаю, напишите, пожалуйста, в комментариях. Но вот вопреки этот шампунь мне настолько понравился, настолько он крут. Ну вот, в общем, реально крутой результат. И еще меня спрашивают там, а пользуешься ли какими-то там другими линейками, профессиональными брендами. Я вам скажу, что даже если мне что-то где-то не устраивает, я все равно покупала и буду покупать шампуни и краски только в Oriflame. Почему? Потому что когда до этого я себе покупала в профессиональных линейках, ну да, это какой-то комфорт, это быстрое очищение, еще что-то такое, да, но, я повторюсь, у меня никогда не было вот таких вот густых, роскошных, ухоженных волос, с которыми я вообще сейчас практически ничего не делаю. Я даже их не кручу, ничего не делаю, они у меня практически не секутся. И ко мне подходят мои подруги, так, ну, ты что ты трепишься? Они подходят, уже знают, и хоп-хоп-хоп, и смотрят, а что там? А там волосы ненарощенные. Вот это вот густота волос, поэтому я благодарна, что вот это, понимаете, результат продукта. Ну, никогда у меня не было таких волос. Может быть, у меня было в 12-14 лет, у меня были длинные волосы, вот такой, но тогда, в это время, я ходила с косичкой, и я не делала ни укладок, ни пенок, ничего, и все. И дальше лет с 16, когда я начала всю вот эту вот красоту на себе ухаживать, все, они у меня поднялись, и вот они были вот так. То есть вот этого у меня не было, а это все отросло, и дай Боже, вот толщина моих волос, это просто бомба, поэтому здесь вот, как вам советовать, вот из всех-всех шампуней мне подошел только вот этот вот объем, все остальное, ну, как-то не зашло для меня, опять же-таки, это мой честный отзыв. Листая дальше, вижу, что у нас будет новинка следующего каталога, Dara to Shine, такой искрящийся теплый аромат. Думаю, будет хорошо востребован. Я взяла пробник посмотреть. Я аромамоняк, мне всегда нужны новые-новые ароматы. Да, у меня есть какие-то любимки постоянные, которые я вот безумно люблю. Если из премиальных брендов не Oriflame, то мне больше всего нравится Barbary London. Я даже не знаю, какой это флакон был. Но это для особых случаев, для особого настроения. Почему-то это у меня аромат путешествия, потому что я всегда заходила в Duty Free, и я всегда его носила, и всегда его покупала где-то не в России, потому что в России почему-то это совершенно другой аромат. Я видела 300 раз уже этот аромат, черри. Он такой дешевенький, бюджетный, там 499 рублей. Но мне почему-то настроение, мне так захотелось вот этого вишневого, почему-то приближение весны. Захотелось аромата сакуры. Черри-роза. Вот черри-роза очень понравился. Если взять вот этот новый аромат, вот мне ближе вот такой черри пошел. Но опять же таки, я девочка настроения. Сегодня мне нравится этот аромат. 3 недели я пользуюсь, дальше его откладываю. И вот как-то я ищу новый-новый в поисках. Мне хочется нового, свежего под гардеробчик, под новую вещь, под новое платьишко. Из тех ароматов, которые мне зашел, это Мисс Джордани. Это потрясающий аромат, и, наверное, я его еще потом закажу. Но то, что я заказала повторно, это гель для душа. Это самый крутой гель для душа. Это потрясающий аромат, это мягкая текстура кожи, это бомбический. Я ждала, когда снова будет скидка на этот аромат, и я заказала. Он у меня вообще реально заканчивается, очень крутой. У меня никогда так быстро гель для душа не расходились. И на День Святого Валентина я уже подготовила большой подарочек. Это туалетная вода, которую я хотела приобрести, а нам вау-вау подарили в Сиднее с логотипом Сидней. Мыло и вот какой-то наборчик. Давайте вместе с вами попробуем открыть. Вот он запакованный. Нет, я не буду его открывать, там запакован. Давайте я вам покажу, что это такое. Это наборчик, смотрите, по уходу за усами, бородой и бровями. Ну, а вообще, честно говоря, здесь очень много разных новиночек. Пены, гели для ванны, ароматы, которые вы можете подобрать на любой вкус, на любой кошелек, любимому мужчине, либо коллеге по работе, другу. В общем, каталог шикарный.
естественно, если бы я вам, например, даже об этом рассказывала, о каждом продукте, который мне нравится, наш бы обзор каталога, как правило, затянулся бы как минимум на час. В завершение я покажу вам подарки, которые получила. Это набор разделочных досок, каждая дощечка для своего. Набор кухонных полотенец. Для каждой хозяйки лишним не бывает. Уже муж уже несколько раз прорывался забрать на кухню. Говорит, не трогай, так же, как и набор досок. Набор сковородок. Вот такие вот раз сковородка. Рондо с тефлоновым покрытием. Не знаю, как он называется. В общем, специально какое-то антипригарное покрытие. Вот одна сковородочка, вот другая сковородочка. И еще у меня зарезервирован набор кастрюль. Две кастрюли. Вот это вот все компания дарит. Вот она засыпает просто разными подарками. Их множество. И еще что-то мне должно прийти. А то, что компания придумала сейчас, мне кажется, такого не было. Каждый раз, когда что-то компания придумывает, там, например, розыгрыш машин, мне кажется, круче такого нет. И сейчас компания придумала новую акцию. За какие-то элементарные действия, во-первых, шикарнейший набор для новичков, где каждый каталог вы получаете какой-то подарок. А то, что компания делает сейчас, это бесплатная регистрация, бесплатная доставка при заказе на 1000 рублей. Это подарок на 50 баллов. А также каждый шаг, каждый каталог вам будет компания дарить подарки там в районе 12 тысяч. Если вы будете только для себя пользоваться косметикой, то каждый каталог, в течение 4 каталогов вы будете получать подарки порядка там 10-12 тысяч. Это только личное потребление. Ну а если вы вникнете в то, что это экономия, и пригласите своих близких, знакомых для того, чтобы они тоже так же, как и вы, пользовались этой возможностью, дисконтом, то приглашайте по 3 человека каждый каталог, и каждый каталог получаете подарок. Во-первых, это потрясающую сумку. Во-вторых, следующий каталог вы получаете бьюти-кейс. А на следующий каталог вы получаете часы. И если вы соберете все 3 подарка, вы пригласите 9 человек, которые разместят первый шаг по стартовой программе, сделать всего лишь 100 баллов. Что такое 100 баллов? Это продукты, это, например, витамины для вас и для вашего любимого. Вот вам твиксы, вот вам на День Святого Валентина. Найдите 3 человека, которые сделают заказ, например, на витамины для себя и для любимого. 3 человека, 3 каталога подряд, и вы получаете Samsung Galaxy A6. Ребята, это халява. Это просто халява. Получить телефон и вот эти аксессуары, это порядка 25 тысяч. Я не знаю, компания вот просто засыпает. Она говорит, ребята, поднимите жопу, что-нибудь сделайте. Вам вот он подарок, вот. Это не какой-то розыгрыш, нет. Все получат подарки. Еще не было такого, что кто-то что-то не получил. Компания вот этим вот заваленным, вы бы видели бэкстейдж, у меня вот так вот завалена вся квартира с какими-то подарками. Приглашаю людей, естественно, вы будете расти. И помимо этого вы еще будете получать премии. От 1500 каждый каталог, то есть до всего суммарно 40 тысяч премиями. Открыв звание директора, продержав еще полгода, вы получаете не 1000 долларов премии, как это было обычно прописано, а еще дополнительную 1000 долларов, то есть 2000 долларов. К тому моменту, когда вы растете, еще летом объявят менеджерскую конференцию. Ребята, кто-то говорит, это не мое. Ребята, что не ваше? Что не ваше? Вот скажите, вот не ваше быть в Сиднее? Не ваше, вот сейчас мы поедем в очень крутой VIP-отель 5-звездочный в Анталию. У нас команда едет 8 человек. А кто-то поверил, кто-то не поверил. Вот это не ваше? Жить роскошно, путешествовать, ездить на крутых машинах премиального бренда. Это не ваше? А что ваше? Да, это дискомфорт, это надо работать. Но вы везде работали. Везде работаете. Чтобы зарабатывать деньги, нужно везде работать. Попробуйте изменить свою жизнь. Попробуйте изменить жизнь ваших близких. Напиши мне. Или напиши тому человеку, кто дал ссылку на это видео. Просто действуй, и у тебя все получится. Пока-пока.